так сказать, распаковка. Это вот масло сливочное с этой органической фейри. Ну, деревенское масло, другими словами. Я вчера на ТикТок посмотрела видео для меня знакомой саратовской фермерши. Строгая. Диана Строгая. Она до ТикТока добралась. И она вчера быстро показала, сколько получается масла из коровьего. У нее много коров, домашнего молока из 10 литров. После сепарирования сливки, естественно, она отделила и уже из этих сливок сделала масло. И получилось из 10 литров, 350 грамм. Сейчас я у сестренки спрошу, сколько она заплатила за это масло. Не удержусь, сниму еще раз это масло. Так оно мне нравится, такой цвет желтый-желтый. Желтый-желтый цвет. На солнышке. Сейчас 7 утра. Сестренка спит, а я уже плачу. Я еще не уточнила, что в данный момент я нахожусь в Коста-Рике. И это масло было куплено на органической ярмарке в Сан-Хосе прошлое воскресенье. А это мой замечательный кофе, чашка из замечательного кафе. Видео у меня есть на YouTube. De Jardin, да. Где я тоже купила керамические изделия, как и сестренка вот эту чашку. А это я, да, вот это платан, который я сейчас буду готовить по традиционному моему рецепту. В духовку отправляю минут на 35 под верхний и нижний. Оказывается, солнечные лучи не так хороши для съемки. Я продолжу. Раз уж я делаю платан, вот с этим сыром пальмита, который тоже был куплен на этой органической ферии, ярмарке, как здесь говорят, у той же женщины, что и масло делают. Вот, буду делать платан. В конце положу минут на 10 до запекания. Он хорошо плавится. Он называется пальмита. Это что-то похожее на моцареллу плотную, но она вот такая вот, как скрученная, что ли, слоистая. Попробовала показать на разрезе. Ну вот, собственно, и слои, они заметны. Он нежнейший, такой сладчайший, и главное, что он хорошо плавится. Вот такая красота через 40 минут. Пальмита. Вот видно его слои. Сейчас еще на. Не буду пояснять, насколько это вкусно, но красиво это однозначно.